Да, но я пока поговорю, тут говорят технические проблемы с микрофоном. Я хочу сказать, добавить, что если вы хотите, чтобы ваша была дисциплина на этом турнире, свяжитесь в следующий раз с организаторами, и все обсуждаемо. Как бы, если есть люди желающие, есть люди, которые готовы спонсировать, не вопрос вообще. Так, мне дали призовой фонд за первое место Авермедиа, Extreme Cup, плюс 5000 и кубок. Кубок самое главное. Второе место Авермедиа Live Gamer, 3000 и кубок. И за третье всего лишь 3000 и кубок. В общем, нормально так можно на это, заработать на ресторанчик с девушкой. Тем не менее, ЧП Лехе Васечки не дает шансов. А, вернее, на Бару. Что я такое говорю? Практически Леха дожал его. И он просто бешено вернулся. Не имея вообще жизни практически. Понятия не имею. Ты, ну ты нам стрим, сюда идет так стрим. Разница, все еще технические какие-то. Ты можешь посмотреть, что на экране и. Ну, и... Второй бой у нас уже идет. И пока достаточно ровная борьба в этом раунде. Кипуэем занимается Леха, но тут Джонни Кейдж пришел. Из угла смог выйти, обратно туда вернулся зачем-то. И огребает как раз прессинг фирменный. Ушел из угла. Сам прессует. И прессует очень-очень хорошо. Поменялись ролями. Попытался выйти Леха из прессинга. Попробуй хотя бы вот так поближе его. Нет, 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 микрофон. Да. Mm-hmm.